front, the next competitor representing the United States of America, Росс Майнер. А дальше будет интересно. Американцы традиционно очень высокую вторую оценку имеют. Что с ними делать, пока не очень понятно. Им хватает того, что они насобирали в детстве во время тренировок, для того, чтобы получать высокие компоненты. А когда получается идеальный прокат, эти компоненты растут не в арифметической, в геометрической прогрессии. Росс Майнер. Соединенные Штаты Америки. Серебряный призер национального первенства своей страны. Дважды он был вторым и в короткой, и в произвольной программах. И так вторым и остался. При всем высочайшем уровне конкуренции в нынешнем сезоне в сборной Соединенных Штатов Америки, вот глядя на очередного спортсмена из этой страны, начинаешь понимать, почему у Джейсона Брауна с каждым стартом повышаются шансы на попадание в сборную. Риппон и Аарон были очень хороши даже на фоне Брауна, который в короткой, на мой взгляд, был даже поинтереснее обоих. Но у него четверного, в принципе, нет. Произвольно ему то ли сил не хватило, то ли еще чего, то ли того и другого, и третьего. Но вот на фоне уже не первого прокатавшегося американца, а мы с вами сегодня увидели и Эббота, и Фарриса, и Майнера уже, то есть вместе с Брауном, Риппоном и Аароном их шесть человек получается. Еще нам осталось только в Москве на Дорнбуша посмотреть, и еще там кого-то. Ну, в общем, не суть. И я хочу сказать, что... У Брауна неплохие шансы попасть в дуэт сильнейших. У него есть отличные программы, чего я пока не могу сказать об остальных. Он выкатывает то, что имеет. У него есть харизма, к слову. И во всяком случае он может показывать максимум, даже без четверных прыжков. Сегодня, вот если бы даже все прыгнул, Росс Майнер, я не думаю, что это что-то бы изменило всерьез.
А у него тут и Сальхов даже пониженный, и аксель в недокруте, и два падения. И, ну, в общем, никуда не годится выступление. Одно из худших выступлений Росса Майнера. Может, переволновался, может, не готов еще к сезону. Кто знает, может, настроение плохое было с утра. Ну, в общем, неубедительно. Но я говорю, даже если бы он все прыгнул, все прокатал, как-то совсем не впечатлится. Я лично не впечатлился. Вы, может быть, хотя сильно сомневаюсь. Росс Майнер. Не удалось. Бывает, спорт в конце концов. Кстати, вот тоже такая мысль пришла в голову. Ну, сейчас оценки посмотрим. Еще три человека. Успею ее озвучить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! 66,7 балла получает Майнер. Худо-бедно набирает свои компоненты. Он последний, получается, что ли? Да, последний. Под Фаррисом Рогозиным. Айладж Бальде сейчас четвертый. В середине списка. Из семи. Отличный результат.